В текущем году в Каспийске активно велись работы по благоустройству общественных и дворовых территорий. На сегодняшний день уже прошло открытие 4 общественных территорий. Отметим, что все объекты были реконструированы в рамках реализации программы «Комфортная городская среда 2023». Жители Каспийска поделились впечатлениями о новых изменениях в городе. Я довольна, очень довольна, что город благоустраивается, делается все для жителей, делается не только для взрослых, для детей, площадки детские, парки, озеленение города. Хотелось, конечно, бы, чтобы был уход за тем же самым палисадником, но, возможно, потом мы к этому придем. Но так я очень даже довольна. Город очень даже преобразился. Мы останавливались на этой скамейках. Приятно смотреть, кто идет, как сделано. Посажены очень красивые деревья. Это сосны или как их называют, туи. Очень красиво. Приятно нам. Спасибо тем, кто придумал. Спасибо тем, которые сделали, тем, которые помогают и поливают, и смотрят за этой зеленью. Кроме того, в городе также были реконструированы 5 дворовых территорий по улице Ильяшенко и Ленина. На объектах проделана установка малых форм, беседок, детских оборудований и многое другое. Жительница Каспийска рассказала о необходимости таких благоустройств для города. Было скучно, детям негде поиграть. А сейчас хоть и футбольная, смотрю, мини-площадка есть и для баскетбола. Деткам можно разгуляться, маленьким, но небольшим. Конечно, не хватает очень таких площадок во дворе, в каждом дворе нашего города. Но это лучше, чем было. Больше всего изменениям в городе радуются молодежь, студенты и школьники. Так, воспитанники медицинского училища имени Азиза Алиева благодарят всех причастных к данным изменениям. Ведь теперь у ребят есть места для прогулок и посиделок во время большой перемены. Это, во-первых, удобство. Мы можем проходить по нормальному скверу. Тут скамейки появились новые. Это очень удобно для студентов, особенно в обеденное время. В городе стало намного чище, красивее, опрятнее. Приятно гулять, ходить, наслаждаться этой природой. Убедительная просьба ко всем жителям города: соблюдайте чистоту и порядок, ведь это основа жизненных правил уважающего себя человека.